очень любим петь, я пришла заниматься сюда вокалом. Даша Романова на день открытых дверей в клуб «Восход» пришла вместе с мамой. В свои 5 лет девочка уже точно знает, что хочет заниматься вокалом и выступать на сцене. По словам мамы Даши, у ее дочери большое звездное будущее. Даша у нас как-то услышала, как детки поют, начала пробовать сама. Мы заметили, что получается у нее довольно-таки неплохо. Нашли клуб, пришли и записались в вокальную студию «Радуга». Вокальная студия «Радуга» под руководством Марии Веслобоковой существует уже больше 6 лет. За это время воспитанники студии становились призерами и дипломантами областных, всероссийских и международных конкурсов. В коллективе занимаются ребята разного возраста, самому маленькому участнику 5, взрослому 15. Наша студия уникальна тем, что мы поем песни не только современные, но и народные, также классический репертуар у нас. Также наши дети учатся правильно петь, то есть фразировка, правильное дыхание, что немаловажно сейчас. После выпуска юные вокалисты не заканчивают свою музыкальную карьеру. Некоторые из них отправляются учиться в другие города. А для тех, кто хочет провести свободное время с пользой, на дне открытых дверей рассказали об игротеке. Мы с ними ставим сказки, спектакли, викторины проводим, интерактивные программы проводим, ставим танцы. То есть дети у нас такая достаточно обширная с ребятами. Мы с ними мастера на все руки. Кто что умеет, тот, кто показывает, мы ставим. То есть все это такие задумки-задумки и превращается в большое мероприятие. Также гости вечера узнали о деятельности клуба, познакомились с педагогическим коллективом, поиграли в интерактивные игры и спели песни. В начале сентября откроется новая студия «Изобразительное искусство», на занятия в которую приглашают всех желающих. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.